красочное событие года. Фестиваль красок, путешествуя по всей России, сделал двухдневную остановку в Кирове на стадионе «Родина». Это круто! Атмосфера счастья и беззаботности, сотни ярких улыбок и лиц. Все это благодаря ему, фестивалю красок Холли. Безумный карнавал ярких цветов, эмоций через край. Хочется поделиться ими с каждым. Привет, Киров! Мы на фестивале красок. Здесь супер! Это очень это классно. Клево. Да. Самое лучшее молодежное мероприятие. Несколько минут, и стадион «Родина» превратился в красочный оазис. Бросаться краской разрешается и даже приветствуется, ведь это весело. И чем ярче палитра, тем лучше настроение. 3, 2, 1, поехали! Фестиваль Холли в Россию пришел из Индии, а там он символизирует победу добра над злом. Свой путь в России фестиваль красок начал в Санкт-Петербурге несколько лет назад. Молва о красочном событии разлетелась быстро по регионам, поэтому в этом году фестиваль красок получил всероссийский масштаб. Культурно-массовое мероприятие, 0+ категория, рассчитано на от мала до велика. Мероприятие абсолютно безопасное. Красочка имеет все сертификаты безопасности, заключение врачей. Можно приходить с семьями, с маленькими детками, с бабушками, с дедушками, веселиться, отдыхать. Также у нас есть дополнительные активности. Позаниматься танцами, провести какой-то спортивный фитнес-класс. Ну и отдыхать, веселиться, наслаждаться прекрасной погодой и праздновать День города. Яркие лица на стадионе создавали непередаваемое единение, которое захлестнуло с головой. Восторженные кировчане запускали в друг друга разноцветный порошок, таким образом признаваясь в любви к городу в его день рождения. Я люблю Киров! Передаю всем привет! Я люблю Киров! В течение 5 часов длился фестиваль красок и живой музыки. Повеселились от души, говорили кировчане. Разноцветные и счастливые. Они разошлись по улицам любимого и родного города.